Я приехал за тобой, потому что я твой стрим смотрю. Окей, Ксюшка! Тайна Ксюшки раскрылась. Надеюсь, она воспользуется моим рюкзачком школьным по назначению, да? Да? Мне не придется что-то с ней творить. Может, ей нравится? Может, ей нравятся эти самые рюкзачки, лопатка саперная и маленькие грабли. И... Привет! Привет, друзья, это новая серия по Сампу, и мы мчимся до сих пор с Ксюшкой в закат. Куда, я не знаю. Вау, да Ксюшка может стоять. Дай мне денег и отвези туда, где... Где мои кореша или квартиру? Отвези меня туда, где... Где можно... купить хату. А, это полицейский участок, господи. Сейчас меня отвезут. Почему собор какой-то пришел? Я выйду. А, да это даст из полицейский участок. Ладно. О, она сейчас денег мне даст, а я пока... Меня, походу, ограбили. Ксюшку ограбили, блин! 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 Болты! Болты! В порядке, вы можете быть свободны. Окей. Ладно. А, чувака застрелил! Где квартирку прикупить? А? Катька предложила в отель поехать. Хочу квартиру с видом на море. Чего? ЛССВ. Где вода есть? Я не ориентируюсь по этим местам. Ну там море или река, что есть. Я понял, что как город, но я не разбираюсь, какие города, где я вообще нахожусь. Топ-самп геймер. Вау, 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 вау. Полегче, Ксюшка. Лос-Сантос мне предлагают. Ну давай я тебе дома покажу. У моря. Ок. Итак, Ксюшка, Катюшка, как тебя там? Ксюшка, добрая Ксюшка, покажет мне сейчас дома у моря. Отлично, отлично. Запикапил тетку полицейского, 150 к армии. Артем, извини, что не заплатил тебе. Плачу просто. На шахту. Я сейчас тебя запикаплю. Окей. Сори, Ксюшка, извини. И чё, вот дома. Слазим. Выходим. Как выйти-то? Выйти-то дай! Дай выйти. О, окей. Фух. Окей, дома у моря. Ночь, правда, нифига не видно. Какое там море? Сейчас посмотрим. Если будет пахнуть водорослями... И Ксюшка убилась. Ладно, ладно. Пикап не удался, это правда. Не удался. Ну ладно, вот этот дом. Сколько цена? А, стоимость... Чего? Миллион? Аренда 4... Чего? Похоже, надо Ксюшку просить, чтобы она отвезла меня обратно на шахту. Чересчур крутые тут дома, конечно. Не по моему бюджету. Не по моему. Вы как... Я знаю, что... Не, ну как бы нет. Ну... Ксюшка, где кто? Помогите. Отвезите на шахту. А... О, Ксюшка, фу. Отвези на шахту. Плиз. Там... Нет, не хочу. Нет. На шахту. На шахту. Плиз. Try to pick up number one. Да боюсь, Ксюшка-то на стриме палит. Не запикапишь ее. Никаким боком. Сейчас что-то напишет. Ранг в КС какой? Фу. Big Star. Бич. Хотя вот бич, наверное, напрасно приписал. Ха, смеется она.
Она меня пикапит! Она меня пикапит! Ксю! Мы с Ксю... Его надо подклеить. Может... А... Чё? Подклеил, как говорится. Чё? Я подклеил спиной Жанусом. Жанусом подклеил, по-моему, асфальт. Еще раз попробую. Может... Может... Поженимся... Детка. Давай клей меня! Я намазываю клей на свою руку. И 16+, ребят, сейчас 18+ пошло. Закройте уши и глаза. А не, я замужем, блин. Ну ок. Блин, не получилось. Я тут посчитал. Тебе да. Еще 4 суток реального времени горбатиться на шахте, чтобы заработать на этот дом. Спасибо! Вот это подсказал по-братски. Хочешь, подскажу, Дак, свадьбу? Нет. Он типа под... Нет, я только по любви. Вот так вот. Договорную свадьбу. Нет. А чё? Он меня убил? Я не могу ехать? А шахта? А, чё, это как бы не шахта? Может, поехали, бедолага? Ой, спасибо. Довези, пожалуйста, до шахты. Пора открывать школу пикапа от Антона, да. Пикапа, школа пикапа от Антона, где я буду маленькие грузовички показывать, как ими гонять, как сгонять их в гаражики. Да. Нет! Отвези меня на шахту! Плиз! По-моему, я попал. Слишком горячая, Ксюша. О, шахта! Господи, шахта! Найс! Найс, шахточка! Шахточка, я схожу. Выходи. Слазь, бич! Ой, машет рукой. Целует в пузико. Спасибо, что пока дала вот. Вау, фу, надо дальше работать, похоже. Фу-ху-ху-ху. Горячая Ксюшка, конечно, блин, вы извините меня. Чересчур горячая. Ну извини, она теперь пристает ко мне. Лови пулю в лоб. Нет. А чё это? Как можно быть полицейской и стреляться на прощание или просто так? Надо пожать. Становится как-то не по себе. Какой вертолет? Вы чё? Купи хату за 10к примерно и велик. Да я бы сам не против, но ну как бы... Что за косюха у меня теперь вообще? Прям негодование к женщинам. Тем более полицейским. Что делает вертолет на площадке негров? Ксюха смотрит, блин, надо работать. А как репорт написать на Ксюшку? На заводе не так здорово, как вот тут вот прям копаться в грязи. Ну, блин, я не знаю. Душа лежит здесь работать. Руками здесь, в грязи. Тем более у меня теперь есть саперная лопатка и грабли. Как не работать тут? А, и... Теперь я написала на стол в кухне. Ха-ха-ха. Тебе нужно идти в магазин за хлебом. Ха-ха-ха. Иди куда-нибудь. Будь в людное место и проси денег. Слушай. Проси денег в 2016-м? Нет, спасибо. Ксюша жирный толстый мужик. Очень может быть. Тима бомжей телохранителей конфермит. А, летающий Артём. Ладно. Не верь людям на серве. Они тебя в задницу. Дальше продолжать не буду. Что покажет нам Дениска? Оба-на, нифига себе, подъемник? Вот это жестоко. Подъемник на шахте? Так, двери закрываются, и негры... В смысле? А, все начинают левитировать. Ну, в принципе, я это и подозревал. Тут выгоднее копать, правда? Здесь еще другая капка есть, копка. Типа подземные руды? И чё, наверх надо таскать? Это вообще бред какой-то. Нет, я не готов тут зарабатывать.
слишком долго кататься на лифте и реально наверх. Нет, это, конечно, круто, но сложно таскать с подвала. Слишком сложно. Оргия в контейнере, да. На 100 баксов больше. Да за это время я просто... Чего? 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 Я сломал тележку, оказался... Чего? Как? Это вверху лифт, а я застрял в яме лифта. Окей. Как у меня... Наверное, я встану под лифт и буду ждать, когда кто-нибудь поедет вниз. Да? Да? Итак, я вылезу отсюда. Я сломал тележку, находясь в лифте, поэтому я застрял в каком-то аду. Окей, окей, окей. Опа! Изи проникновение в шахту лифта. Изи пизи лемон сквизи. Я знал, что этим все закончится. Фу-ху. На самом деле я немножко припотел. Подумал, что беда случилась. Ну ничего, ладно, если... Можно выбраться отсюда, попав обратно в лифт, скопав хотя бы одну руду, чтобы потом заново не ехать на эту чертову шахту. Я готов это сделать. Я готов... Пожалуйста, да? Че вы все хохочете-то? Это была серьезная проблема. Катить сюда потом с каким-нибудь психом... Ксюша, ты была супер, но это полный бред. А так все в порядке. Я готов сделать одну ходку, и все в порядке. Не напоминайте мне, что Артем следит за мной. 100 баксов, 150 баксов висят где-то у меня за затылком. Лучше не крутиться, наверное. В прошлый раз я крутился, и посмотрите, что получилось. А, нет. Я думаю, что я сейчас... Вы видели, я чуть опять не оказался в той... Чтобы я еще раз туда спустился? Нет, спасибо, Денишка. Денишка, спасибо за предложение, но я не готов рисковать своим этим... достоинством, чтобы застревать в лифте. Хавчик? Хавчик? Давайте отведываем профессионального работящего шахтерского гамбургера. Всего через пару минут, покуда я отнесу это мясо. Не мясо. Это офигенную тележку с пряностями. Положу на полку. Это просто камни. Просто руда. Подождите, мотоцикл... Мотоцикл Насти? Я напрягся, мой анус сжался. Где-то поблизости Настюха. Это страшно. Закрыто, черт. Давайте сегодня хоть еще один левел апнем. Ну не левел, а один поинт получим. И то будет классненько. Классненько, завсегдасненько. Ой, блин. Пропиши GPS и там найди какой-нибудь продуктовый. Там можно купить мобилку, симку, маску, чтобы на карте тебя не было. А маску вообще покупать это легально? Мне кажется, это очень опасно. Полицейские будут волноваться. Оголи грудь, запикапишь. Прочитал я сообщение генерала полчаса давности. Ну ладно, чего уж там. Ладно. А то меня сейчас запикапят. Запикапят на Твиче. Легально, это же GTA, все на копом плевать. Но я бы сходил в магазинчик. Вот когда светлеет, легально это используется для проникновения на чужую территорию, красть там у армии и банд. Окей. Подожди, легально красть? И уже можно отправляться в магазин. Прикупить телефон, все это добро. Просто минимальный набор прекрасных вкусняшек. Сейчас моя цель — это в магазин отправиться. Около автошколы есть магазин тачек. Там арендовать от 2К или купить. Но это тебе не надо. Она будет стоять около твоего дома, а у тебя дома нет. Так, закончил мужик работу. Надо поесть, похавать. Где еда для... А, фу. Для бомжей. Для хипстеров, извините. Можно сесть? Лучше слезть. А то придет Настюшка, или как там ее, отрубит мне пифюшку. Вот по воле высших сил. Дмитрий, сосок уже тут? Черт. Вот и еда. Вот и еда. Поднять. Как поднять? Пик. 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 Блин, рядом нет еды. Ну, конечно же, это моя галлюцинация от большой голодовки. Вон еда для бомжей. Для хипстеров. И я сразу же, короче, отправляюсь в магазин.
О, он меня отведет, надеюсь, он меня отведет в хороший магазин. А, вон магазин, через дорогу, черт возьми. Спасибо, что отвел. Просто поводырь, собака. Для слепого нищеборода. Опа. On a get now style. Мобильный телефон. Купил мобильный телефон. Сделано. Зачем купил, не знаю. Но телефон пригодится, как мне говорили. В современном мире телефон нужен. Маск для скрытия вашего расположения на карте на 10 минут. Зачем? Не знаю. Но люди сказали надо, чтобы спрятаться, убежать. Берем парашют. $800, но оно того стоит. Господи, у меня есть парашют. Го туда, где можно спрыгнуть. Стой. Чего? Мы теперь такие парни, двое четких парня с парашютами. Йоу, йоу. Доллары на симку положи. Вау, это как? Сосок предложил скинуть доллары на симку. Окей, сейчас скинем. Чего? А, во-во-во, банк. Банкер, шманкер. Окей, 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 окей. Банкошмат. А, вот там написано, нажмите левый альт. Сделал. Положить на банковский счет. Положить. Сколько? Сколько? 10 тысяч? Другая сумма. Давайте положим... Скажем, там, 12. Нет, сразу все 14. Нет, хочу, чтобы 1000 осталось. Так, на мерзкие расходы. Вот это была оговорочка не очень классная. Но на мерзкие расходы. 13 тысяч скидываем. Положить. I'm a rich bitch. Деньги в порядке. Левый нижний угол гора высокая. Окей. Такси вызвал, окей. Сейчас нас отвезут, нас отвезут. Отвезут, нас отвезут, отвезут. В горе. А где мой парашют? Черт, где мой парашют? На парашют переключись, а как? А, вот, все, 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 все. Сосок по телефону вызвал пиццу. Нет, на самом деле такси, чтобы отъехать к горе. Отойти к горе. Отойти к горе. А что, таксисты есть вообще, нет? А то меня тут окружили уже какие-то смрадные личности. Переключающие парашют. О, такси! Вау! Чё, минус $100? 30 секунд? Окей, чего? Чё? Чё за разборки какие-то? Окей, вроде банда в сборе. Горе! $100 каждые 30 секунд? У меня сейчас... Мы не туда, я выхожу, всё. Таксист просто нас поимел. Просто поимел таксист. Это всё карма за те $150 с Артёмом, господи. Все, ты нарвался на таксистскую банду, теперь все таксисты будут тебя обманывать, лучше бы ты не кидал того Артема, блин! Побежали ногами к горе. Ну а что делать, стоять и тусоваться? Нет, спасибо. О, такси! Это тот пес, нет. Парней тут гонка. Чувак, тачку мочит. Это тот пес, который дрался нас 30 секунд за $100, $100 за 30 секунд. Это ж вообще. Ждем такси, чё? У них реально гонки там, смотрите. Топовые гонки на серваке. What the f... Ладно, нам бы хоть одно такси в это время. О, такси. Оу, yeah. О, наконец-то приехал нормальный таксист. Гарем, Чилиад. Вот, сосок сказал, куда ехать. Спасибо, сосок. По крайней мере, похоже, у него нету безумного тарифа. 500 за секунду долларов. Куда же мы поедем? Мы поедем все к горе, чтобы спрыгнуть с парашюта. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Кстати, об этом еще надо узнать, как спрыгнуть. Как спрыгнуть, ну это не мудрено, но чтобы парашют открылся. Нет, не нужно это знать. Просто прыгай, Антон, просто прыгай. Ну, по крайней мере, этот не дерет $100 за 30 секунд. Вообще он непонятно сколько дерет. Нисколько не дерет. Топовый таксист. Мы доедем живыми? Было бы круто. Чего? Он выпрыгнул? Серый кусок говна. Вот это? Вот это серый кусок говна и есть гора? Блин. С рудников на Челян добежать можно. Ребята, это будет другая история, определенно. Прыгать с парашютом с горы Челян это просто супер-мега-квест. Я увидел, где он. Это, мягко говоря, далековато. Так, чтобы ножками добежать. Мы можем прикинуться каким-нибудь грязными рабочими из шахты, сбежать, если нас Катюша, Ксюша не застрелит, мы сможем? Я думаю, мы сможем. На этом все, друзья, спасибо, что смотрели, пока и увидимся в следующих... Мопед!
Мне нужен такой мопед в следующем видео. Да, пока-пока.